Зимой есть овечья шерсть. У лисы зимой лисья шуба есть. У меня ж на грех только волчий мех, только старый мех, шуба драная. Ох и жизнь моя окаянная! Пеппи кивнула головой.
Они сидели втроем за кухонным столом. Вдруг Томми помрачнел. «Я не хочу становиться взрослым», – твердо сказал он. «И я тоже», – подхватила Анника. «Охота была», – воскликнула Пеппи. «Взрослым никогда не бывает по-настоящему весело. Да и чем они заняты? Скучной работой или модами, а говорят только о мозолях и подоходных налогах». «Не подоходных, а подоходных», – поправила ее Анника. «Ах, какая разница», – отмахнулась Пеппи. «И еще не портят себе настроение из-за всяких глупостей. И почему-то считают, что если во время еды сунешь нож в рот, то обязательно случится несчастье». «А знаете, что главное?» – сказала Аника. «Они не умеют играть». «Ах, как жаль, что мы тоже будем взрослыми». «Кто сказал, что мы обязательно должны стать взрослыми?» – возмутилась Пеппи. «Что до меня, то я запаслась пилюлями». «Какими пилюлями?» – спросил Томми. «Самыми лучшими пилюлями для тех, кто не хочет быть взрослым», – сказала Пеппи. Спрыгнула со стола и стала шарить по всем полкам и ящикам. И через несколько минут показала ребятам три крохотных шарика, очень похожих по виду на горошины. «Так ведь это горох!» – разочарованно воскликнул Томми. «Сам ты горох!» – обиделась Пеппи. «Разве это горох? Это чудесные пилюли! Мне их дал давным-давно один старый индейский вождь Вэрио, когда я сказала ему, что ужасно не хочу становиться взрослым. И ты думаешь, что такая вот крошечная пилюлька может этому помешать?» – с сомнением спросила Аника. «Наверняка», – заверила ее Пеппи. «Но только глотать их надо в полной темноте и при этом говорить заклинание. Я пилюльку проглочу, старой стать я не хочу». «А ты, Марк, хотел бы никогда не становиться взрослым?» «Я хотел бы, чтобы мне всегда было 40 лет. Ну или лучше 26. Что было 26 всегда?» «Да. Я думаю, это отличный возраст. А знаешь, у меня есть волшебные капли, которые останавливают старение. Детям их не нужно принимать, они только для взрослых». «Покажи». «Ну вот, теперь я не постарею никогда».